Ну, надо сказать, что у меня есть тонкая грань между моей профессией и необходимостью рекламировать себя и тонкая грань. Я, честно скажу, никогда не пользуюсь селфи. То есть селфи – это когда ты фотографируешь себя сам. Меня фотографируют всегда только кто-то со стороны. Это мой пиар-администратор, менеджер, друзья. Мы это делаем с целью на память. Во-вторых, я бы не назвала бы это модой или хобби. Я бы назвала это психологической зависимостью. И она диктуется сегодняшним временем и тревогой. Люди одиноки. У людей нарушено внутреннее спокойствие, и они страдают все вот этой манией преследования. А она имеет вот такую оборотную сторону медали. В этой мании преследования работает функция, когда вы... Это не нарциссизм, это наоборот. От обратного идет ситуация. Это проекция твоих внутренних проблем. Проблема заключается в том, что люди не услышаны, не реализованы. Люди не являются теми, кем они выдают себя в люди, да, на публике. И поэтому постоянное позиционирование себя в звездном ореоле и есть приступ того, что человек находится на одной из самых низких ниши своего социума. Социума, статуса, положения. И постоянное фотографирование, вот эту важность, это некий такой крик. Потому что действительно, кроме как кричащие маневры, это никак не назовешь. Люди сообщают о своем одиночестве, сообщают о своей непригодности. Потому что у кого действительно статус и серьезное положение, эти люди максимально закрыты от общества и стараются не выделяться никак.